Сегодня 3 января. Ровно 110 лет назад, 3 января 1913 года, в Струковском саду открылся каток. Ледовые забавы имели право посещать ученики не только реального училища, но и всех городских приходских школ. Также в саду были расчищены аллеи для прогулок. 3 января в 1940 году в Куйбышеве, так тогда называлась Самара, открылась первая сессия городского совета депутатов трудящихся первого созыва. В ходе ее работы был образован состав исполкома горсовета. В него вошли 9 отделов – финансовое, здравоохранение, образование, социального обеспечения, отдел коммунального хозяйства и внутренней торговли, а также отдел местной промышленности. Сегодня во всем мире отмечается необычный праздник – день рождения соломинки для коктейлей. В народном календаре сегодня Прокопьев день. На Руси его называли еще полукормом, потому что к этому времени, как правило, расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в 3 день января. Шикарного настроения вам и всего только самого доброго!